Алло. Меня зовут Алина, и я представляю студенческую социологическую организацию. Мы проводим опрос перед предстоящими выборами. Сможете ответить на несколько вопросов? Могу. Это займет не более 1 минуты. Задавайте, могу. Вы зарегистрированы в городе Черновцы, верно? Верно. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вы планируете идти на выборы мэра 25 октября, да или нет? Да, планирую. А вы уже определили, за кого из кандидатов будете голосовать? Да или нет? Да. Да, определили. А ваш выбор склоняется в пользу Виталия Дугановского? Нет. Да или нет? Нет. Не склоняется в пользу Дугановского. Спасибо за ваши ответы. Не забудьте позаботиться о своей защите в день выборов. Возьмите с собой респиратор со степенью защиты не ниже FFP3, ведь только он способен вас защитить. И не забывайте постоянно дезинфицировать руки, так как на избирательных участках сейчас высокий риск заразиться коронавирусом, особенно для людей пожилого возраста. Будьте осторожны.